Итак, вот раскидал сейчас все, то есть снял балку, подварил вот эту пластину, на которую крепится цилиндр, подготовил уже, сейчас покрасил, сохнет. Ну и дальше разобрал полностью, в принципе, трактор, то есть снял, полностью разобрал пол, снял рулевую колонку. Вот рулевая колонка, которая выбрасывается. Ну и снял, в принципе, гидронасос с приводом. Вот он здесь. И дальше уже проставку, потом опять же привод. Насос правой и левой. Ну и собирать в обратку буду, может, в понедельник уже дождусь твоих запчастей, в принципе. Так что вот как-то так. Работаем. Цилиндр установлен, правда, вечер. Плохо видно, но кое-что видно. Может, завтра пересниму. Вот так я установил переходники. Вот. И по вывороту. То есть я подвесил трактор. То есть смотрим. Выворачиваем колесо. Вот. Здесь такой угол получается. То есть все нормально. Ну, это вверх чуть-чуть он подвешен, в принципе. Вот. Вот такой выход. То есть пошло до ограничителя. Ну и вот здесь так заламывает, цилиндр не гнет. Ну и обратно в другую сторону. То есть выворот стандартный, еще не пострадало, как было, так и есть. Смотрим здесь. Опять же вывернуло, то есть все нормально.